ММА Да. тут его знает. Должен был быть запланирован бой регбист Даня против тебя. Он не состоялся, битва за хайп закрылась. Имеет ли смысл еще продолжать эту историю или этот вопрос закрыт? Что касается регбиста, да, регбист человек, который, грубо говоря, на нас сделал себе и промоушен, и имя. Кто такой регбист? Вот, вот просто давай поразмышляем с тобой. Человек, который не дрался более 2 лет. Раз. Да, то есть у него не было профессиональных бойцов 2, он дрался только на стрелке 3. Но на сегодняшний день почему-то там 90% аудитории считает, что он меня побьет. Да? То есть если разговаривать с профессионалами, то они смотрят его и понимают, ну, он дрался, как я тогда сказал, с бомжами, да, и за меня настали за это захейтить. Но я всегда буду говорить то, что я думаю, что я имел тогда в виду под словом бомжами, я имел людей, которые не профессионалы, которые, там, грубо говоря, пришли в зал позаниматься качкой, с ними дрался, их выиграл. Вот, должен был быть бой с ним состояться, но не состоялся по разным причинам. Я уже на самом деле не вспомню почему, но одна из причин то, что меня тогда вызвал на бой Асхаб Тамаев. И я лично для себя, и мои друзья, там, и старшие люди, которые меня как бы там ведут, и с которыми я общаюсь, они посчитали поведение на тот момент регбиста некрасивым и неправильным. И они посчитали то, что я и так ему дал. Я ему дал промоушен, я ему дал славу, я ему дал все. Я ему не должен давать больше. И на тот момент меня вызвал Тамаев. Вот, и в итоге должен был быть с Тамаем. Поэтому бой с регбистом он как бы отложился. Но я его никогда там в своей голове не откладывал. Дальше случилось ситуация.